чушь какая-то. И вот все уже во дворе. Мы потеряли братьев, спрашивает Незнайка. Пятерых, отвечает Эдуард. Заебись, вы заехали, блин. Вот это вылазка дерзкая. У вас было 9. Да. Ну, судя по тому, что они потеряли 5, они Лока еще приволокли, типа, о, как это, кто его. А на лицо 4 остаются. То есть, у вас было 9 против 11 бухих в жопу гондонов, которые... Да. Нарушители воинской дисциплины. Если бы они были не бухие, блин, вы вообще всех бы убили. Вот вы заебись, я считаю, сходили на вылазку. То есть, вы просто больше половины оставили. При неожиданном нападении. Вот это я понимаю. Вот это вы выступили. Это, конечно, не вы выступили, это сценаристы выступили. Дерзкая естественно. Вылазка, да. Потому что какую бы сумму придумать, мы потеряли братьев? Давайте 4. А, ну, собственно, еще плюс лог. 5. О, все, отлично. Осталось отлично. 4. Да, гениально да. Просто разобрались. А туда, наверное, не самые тупые пошли с Незнайкой-то, блин. Ну, ну что это такое? Ну. Вот Лок, например, вот скольких он зарезал, прежде чем до сарая добежал. Ну, с его-то там мега подготовкой. Ну, как минимум 2. Как да. Минимум. Блин. То есть осталось 9 и того. Да, да. Еще 2 сразу зарезал Незнайка. Ten little niggas. Да. Да. Еще 2 зарезал Незнайка. Уже 4 убрали. Плюс 1 сбежал, не вступая в войну. Да. То есть раст, пидораст. Итого это уже минус 5. Их должно остаться сколько? 6 человек? Плюс Карла вообще не вылезла драться, ага. Изначально не участвовала ни в чем. Так а что, 5 человек остается у них всего, значит? Как это у вас так получается? То есть вы в 9-ром таким образом еще умудрились еще 5 человек потерять. Это что же у вас там такое было-то интересно? Это мегафехтовальщики такие, да. Дурацкая сцена, идиотская. Но это я считаю, это именно Седавна заслуга, в первую очередь, который там. Какие мы знаем цифры? 5. 5 хорошая. Пишем 5. Прекрасная цифра. Дебилы.